Ін'єкції краси сьогодні переживають свій зоряний бум. Завдяки їм можна змінити риси обличчя, розгладити зморшки, збільшити об'єм губ, підборіддя чи щік. Однак такі ін'єкції краси забезпечують видимий позитивний ефект на певний проміжок часу. Згодом їх знову потрібно повторювати. Отож, про плюси та мінуси ін'єкцій краси розкажемо у сьогоднішньому випуску програми «Городничий». З давніх давен людство намагалося винайти еліксир молодості. Про це писали книжки, а жінки всіх часів мріяли про казкові молодильні яблука. І нехай чарівні фрукти так і не знайшли, та винайшли багато реальних методів збереження молодості, серед яких ін'єкції краси. Жінки та й деколи чоловіки готові терпіти біль, вкладати немалі гроші, аби зберегти молодість. Конкретного віку обмеження щодо старту таких процедур не існує. Все залежить від індивідуальних особливостей. Комусь пощастило, зморшок не видно й у 40, а в когось і 18 вже нахмурений лоб. Нету возраста в косметологии, есть только показания. Если у человека есть проблемы, ее надо решать. Не ждать, пока она усугубится, то есть лучше профилактировать, чем потом ее лечить. Всегда говорю своим клиентам, что нету возраста, ни 45, ни 35, нету такой грани, когда надо вот идти и делать инъекции, а есть показания. Прийти на консультацию, и доктор уже вам скажет, есть ли необходимость в инъекциях, или можно обойтись еще какими-то уходовыми процедурами. Та перш ніж йти на ін'єкції краси, варто переконати, що ви обрали гарного спеціаліста, що він пройшов необхідне навчання і має чималий досвід роботи. В пошуках спеціаліста, який виконував би якісь маніпуляції, було б желательно, звісно, звертати увагу на те, наскільки цей спеціаліст підготовлений. Якщо спеціаліст не обладає врачебним мисленням, он не знает законы физиологии, он не знает биохимии, потому что препараты, которые мы вводим, так или иначе уже влияют на метаболизм, они могут влиять на белки, на пигмент и так далее. То есть препараты, вводимые, если мы говорим об инъекциях красоты, вводимые в кожу, они запускают какие-то процессы. Какие процессы? Что мы хотим добиться, каков наш конечный результат. Самое главное, что хотелось бы, конечно, отметить в подходе к коррекции, на первое место можно было бы поставить такой вот слоган «Не навреди». И на второе место «Помоги». Мы должны обратить внимание, прошел ли этот специалист подготовку по той методике, которую он собирается применить конкретно к нам. Как правило, все косметологи, врачи-инъекционисты, у них есть соответствующие дипломы о том, что они подготовлены. Как правило, это доступно, это всегда есть на обозрении у специалиста. Поэтому с этим вы можете ознакомиться, либо там, когда вы приходите к этому человеку, возможно, у него есть сайт или какая-то страничка этого центра, где обязательно выставляются информация и документы о подготовке данного специалиста. Отож, якщо ви визначились з салоном краси та лікарем і наважилися на ін'єкції, аби прибрати небажані зморшки, косметолог має обов'язково розповісти, яку маніпуляцію будуть проводити, яким препаратом, можливі побічні ефекти і термін, на який ця краса залишатиметься на вашому обличчі. На даний момент самим популярним є ботулінотерапія, контурна пластика. Об'ясню чуть-чуть, що це. Це ін'єкції для того, щоб профілактувати появлення мімічних морщин, глибоких мімічних морщин. І тому вони показані у людей, у яких вони формуються на лице. Тобто це може определити професіональний доктор, вже, який має опит роботи з цим. Контурна пластика, опять же, зараз такі модні тенденції, дівчатки люблять
любят пухлые губы, девушки любят выразительные скулы, поэтому тут опять же нет возраста. Если человек хочет после 18 лет, если он имеет абсолютно адекватное понятие, что он хочет и хочет насколько долго, он может обращаться, это тоже можно помочь в этом и действительно скорректировать какую-то область на лице, но опять же не гиперболизируя, то есть не надо привязываться к фотографиям из интернета, там где все очень-очень уже так, как сказать, сделано очень в больших пропорциях, да, то есть к этому привязываться не надо, на это надо очень много денег на самом деле, чтобы так себя изуродовать, и чаще всего это пластическая хирургия в помощь. Якщо на обличчі з'являються мімічні зморшки, бутулінотерапія вам у поміч. Ін'єкція краси при бутулінотерапії розслабить лицеві м'язи, а за умови проходження цілого комплексу процедур ще й допоможе контролювати вираз обличчя. Таким чином, шкідлива звичка хмуритися або роздратовано кривитися взагалі може повністю зникнути. Щоправда, ботокс гарно працює на верхній частині обличчя, нижня більш складна, адже відповідає за посмішку, розмову, заблоковані м'язи тут до краси не доведуть. Тож тут використовують інші техніки і препарати. Есть еще on-label, off-label, простите, это те зоны, которые, в принципе, уже корректируются по желанию клиента, если действительно врач владеет этими методиками. Это уже нижняя треть лица. Что касается контурной пластики, чаще всего все равно обращаются с просьбой увеличить чуть-чуть губки, сделать припухлые губки, красивые, или также с коррекцией носогубной складки, поскольку наши люди, к счастью, очень часто улыбаются, и она довольно часто, ну и генетически тоже, она довольно часто формируется в раннем возрасте. И опять же, это скулы, да, то есть это такие веяния, тенденции в моде, поэтому с этим чаще всего и обращаются. Ін'єкції гіалуронової кислоти – це ще один з популярних, за відгуками лікарів і пацієнтів, безопераційний метод омолодження шкіри та усунення зморшок, шрамів та інших недоліків. Лікарі кажуть, він абсолютно безпечний, бо гіалуронова кислота входить в структуру нашої шкіри. Что касается гиалуроновой кислоты, она бывает плотная и неплотная, то есть стабилизированная и нестабилизированная. Что касается неплотной, это биоревитализация, то есть это увлажнение кожи, это сияющий цвет лица, это делается большое количество проколов на лице для, с целью увлажнения, да, для увлажнения в первую очередь. Стабилизированная – это уже относится к контурной пластике, это когда мы хотим увеличить объем губ, это когда мы хотим более глубокую морщину скорректировать или сделать выразительные скулы. Вот, тогда мы уже инициируем более плотную гиалуроновую кислоту, опять же, с целью увеличения объема или коррекции там, морщин более глубоких, дермальных. Поэтому тут от этого и зависит, зависит от потребности, вот что мы хотим на данный момент. Косметологи стверджують, що за один прийом можна зробити все і одразу. За півгодини позбавити всіх небажаних зморшок. Хоча все залежить від ефекту, який ви хочете досягти, від стану шкіри. Мировые тенденции – это как раз комплексный подход. Люди, которые зарабатывают деньги, они имеют очень мало свободного времени, они хотят прийти за один раз, получить практически все услуги, да, все инъекции красоты. Если это не противоречит безопасности, это абсолютно можно сделать, и он не будет выглядеть как наколотый, как будто сделал 1000 инъекций одномоментно. То есть это очень трудно сделать так, чтобы человека абсолютно кардинально поменять, и он как-то изменился во внешности. Да? То есть это такие легкие нюансы, и клиенты зачастую рассказывают нам, что окружающие замечают, говорят, что что-то поменялось, но они не могут уловить, что. Вот это действительно рука мастера. Да? Процедура бутулінотерапії однієї зони триває не більше 20 хвилин. В Європі її називають процедурою обідньої перерви. Зробив і повернувся на роботу. Лікарі запевняють, ін'єкції краси швидкі і безболісні. Что касается контурной пластики, зачастую это инъекции гиалуроновой кислоты, в состав которых уже входит лидокаин. Поэтому процедура также после первого прокола, она также становится абсолютно комфортной. Больше страха перед процедурой у женщин и мужчин. Во время процедуры они уже успокаиваются.
Що стосується вартості молодості та краси, ціни різняться. Все залежить від виробника. Ціна процедури також залежить від віку, стану шкіри та складності проблем, які треба лікувати. Ціновая політика в залежності від зони від 1500 вище. Да, это уже зависит от производителя, от времени, которое держит препарат, от очистки препарата. Что касается контурной пластики, опять же, все стало намного проще и намного доступнее, поскольку косметология так быстро развивается. В среднем от 3500-4000 это стоит филлер. Да, то есть это увеличение губ, увеличение скул. Предела совершенства практически нет, 8-10 тысяч, в зависимости, опять же, от производителя. Після деяких уколів краси результат видно одразу. Хоча після деяких потрібно запастись терпінням і почекати. Наприклад, після контурної пластики результат на обличчі одразу. А при ботулінотерапії тут прояви видно на 3-4 день. А от максимальний ефект настає через 2 тижні. І не варто забувати, після ін'єкцій обов'язково потрібно прийти через 2 тижні на прийом до свого косметолога. Если инъекционист провел процедуру, всегда следует после этого динамический осмотр, да, через какое-то время. Значит, если мы говорим про инъекции ботулотоксина, обязательный динамический осмотр – это через 14 дней. На 14 дней обязательно происходит встреча врача и пациента. Во-первых, врач должен убедиться, что то, что он сделал, это коррекция, он добился желаемого результата, и пациент доволен, и он видит тоже, что то, что он хотел, ожидаемый результат. Лікарі кажуть, не часто, але все ж таки бувають ускладнення. І про них теж потрібно знати. Їх вони розділяють на три групи. Перше направлення – це інфіцирування. Осложнення, яке відбувається при несоблюдении правил обработки, рук, инструментария, несоблюдение правил асептики и так далее. Вот это первое, скажем так, осложнение, которое может возникнуть при выполнении вообще разного рода манипуляций. Но если мы уже сегодня говорим об инъекциях красоты, то мы должны понимать, что это есть серьезное осложнение. Это первое направление. Второе направление. Осложнения, возникающие из-за использования в процедуре низкокачественных препаратов. Очень часто для удешевления процедуры используются препараты низкой стоимости, соответственно, низкого качества. И третий, достаточно обширный такой, я бы выделила, сегмент осложнений. Если манипуляция предполагаемая выполняется не врачом, есть риск неправильно оценить физическое состояние нашего пациента, который пришел к нам на процедуру красоты. Он не пришел к нам лечиться, он пришел сделать себя еще красивее. Но при этом он может принимать какие-то препараты, он может иметь какие-то хронические заболевания, он может в данный конкретный момент быть, может быть, с каким-то заболеванием. Поэтому врач обязательно перед любой инъекционной процедурой заполняет спеціальну карточку, де розписується буквально все. Останнім часом ін'єкціями краси захоплюються не тільки жінки, а й чоловіки. Вони також прагнуть повернути молодість. У Вінниці відношення 30/70 на користь жінок, у Києві 50/50. Косметологи стверджують, спочатку чоловіки проходять разом з жінками, а згодом навіть і частіше своїх половин. Але не всім людям можна робити уколи краси. Є певні обмеження і застереження. Какой категории людей нельзя делать такие инъекции? Значит, все хронические, часто рецидивирующие кожные заболевания, такие как псориаз, экзема, коллагенозы, им нельзя делать травматичные, а это прокол, это есть травматизация. То есть кожа, которая больная, ее травмировать нельзя.
Поэтому вот такие заболевания есть прямым противопоказанием. Сахарный диабет является противопоказанием к выполнению таких манипуляций. Есть относительные противопоказания. Это те противопоказания, которые возникли временно вместе предполагаемых процедур. То есть это может быть герпес. То есть он же не навсегда, он вылечится и он пройдет. Это есть какие-то повреждения кожи, если были травмы, царапины, мало ли, травматичные какие-то были воздействия. На эту кожу тоже нельзя проводить такие процедуры. Нельзя проводить процедуры, если есть гнойные высыпания. Все должно быть с умом. Конечно, к любой инъекции есть противопоказания. Это такой нежный период беременности и лактации у женщины. Это любые хронические заболевания, когда в стадии декомпенсации, в стадии обострения. Любые острые заболевания с повышением температуры тела, онкология, конечно, является противопоказанием. Опять же, конечно, можно переборщить, если человек обращается в салон красоты, там, где работает косметолог, который не имеет навыков работы с ботулотоксином. Человек, который обучался, он абсолютно точно знает дозировку и абсолютно точно знает точки введения, которые не навредят. Если человек не скрывает своих патологий, да, которые у него есть, и он подходит к выбору доктора тоже серьезно, в принципе, каких-то побочных явлений не должно быть. Також не можна проводити уколи краси, навіть коли у вас нежить. Варто перечекати тиждень-два і потім робити бажану процедуру. Не можна робити ін'єкції краси одразу після того, як повернулися з відпочинку з теплих країн. Після вживання спиртного та відвідин сауни. Також варто знати, ін'єкції краси в середньому потрібно повторювати кожні 4-6 місяців. Адже це нечарівна паличка, яка раз і назавжди поверне молодість. Щоб гарно виглядати, потрібно постійно доглядати за шкірою та проводити процедуру, які призначає косметолог. Підсумовуючи, варто сказати, перед тим, як ви вирішите зробити будь-які ін'єкції, добре подумайте. І головне, знайдіть хорошого спеціаліста, який не просто хоче на вас заробити, а насправді зробить вас молодшим на вигляд і щасливішим.